Всем привет! Мы на канале QTN. Что же можно делать в летний день? Конечно же, отдыхать на даче. Maybe I'm crazy. Maybe I'm lonely. Думайте, о чем сегодня будет мое видео? Не-не-не, вы ошибаетесь, не про глядки и цветочки. Сегодня я вам покажу, что в моей сумочке. Пару минут, улыбнись. Я хочу вам показать мою сумочку. Вот тут такие милые глазки синенькие, розовые щечки блестящие, ручка такая блестященькая. О, а ушки смотрите какие. Сразу хочу вам сказать, я люблю вот такие разные помпончики. Сегодня у меня вот такой розовый. Я обожаю их менять, брелочки эти. У меня есть котик, какого я вешу. Вот такой потемнее и побольше балабончик. И вот такой кролик серенький. С глазками и с носиком. Тут есть вестюлька. Так, что нам первое попадется? Без влажных салфеток просто никуда. Что там у нас дальше? Вау, блокнот, зайчик. Вот такой серенький зайчик, белый-серенький. Такой красивый. У меня блокнотиков очень много. Я всегда беру какой-то блокнотик. Потому что если я придумаю какую-то идею и смогу записать тогда. О чем же мы будем писать? О, мы будем писать морковкой. Это такие прикольные ручки. У меня их мало, но я их очень люблю. Это самая у меня прикольная ручка. А дальше у меня, вау, зеркало. Это зеркало-брелок. Знаете, почему это зеркало-брелок? Потому что раз. Давай. Зеркало мы далеко не откладываем. А дальше я достаю свой любимый бальзам для губ. Вот такой. А еще у меня есть в сумочке какая-то маленькая зверюшка. Вот такая сегодня обезьянка. У меня также есть вот такой песик, беленький только. И котик. Очень люблю украшения. Поэтому у меня в сумочке или колечки, или какие-то браслетики, бусы.
И сегодня у меня браслетик зелененький, такой салатовенький. Я без этого аксессуара не могу обойтись. Это у меня очки. Ну что, вот что лежит в моей сумочке. Напишите в комментариях, что в вашей сумочке лежит или рюкзаке. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Тёмою-тёмою. Бай-бай.